Белые банты, запах канцелярии и знакомство с миром учебы. В гимназии имени Каныша Сатпаева прошла торжественная линейка, посвященная 1 сентября. Как День знаний встретили школьники в нашем следующем сюжете выпуска. Первый раз – первый класс. Сегодня эта фраза звучит красиво и гордо для 128 первоклашек гимназии имени Каныша Сатпаева. С сегодняшнего дня их ждет знакомство с новым миром – школьным образованием, которому многие ребята готовы на все 100%. Я очень хорошо себя чувствую. Я очень хотела в школу, чтобы там заниматься. Я думаю, у меня будет любимая математика и естествознание. Свою историю школа номер 38 ведет с 1971 года. Статус гимназии учебному заведению присвоили в 1996. За эти годы гимназия вошла в число школ города с высоким качеством знаний. За последние три года количество детей, получающих образование, неуклонно растет, что говорит о востребованности учебного заведения на рынке образовательных услуг. Количество отличников составляет более 35%. Все выпускники этого года удачно сдали государственный экзамен и показали хороший результат по итогам ЕНТ. Каждый был удостоен гранта. Многие ребята стали абитуриентами как казахстанских, так и зарубежных вузов. Гимназия имени Каныша Сатпаева всегда отличалась, наверное, своими достижениями, успехами. У нас очень много достижений и в олимпиадах. Мы в этом году стали третьей командой в городе как олимпийская команда. Наши дети участвуют во многих проектах, конкурсах, занимают призовые места, первые места. Педагогический коллектив у нас стабильный, у нас работает свыше 80 педагогов, все опытные, все квалифицированные. Поздравить гимназиста приехало и управление образования Карагандинской области. Его представители верят в успех ребят и не сомневаются в их отличной будущей успеваемости. В этом году более 17 тысяч первоклассников вступили в новую жизнь, в новый этап своей жизни. Желаем всем первоклассникам, а также всем ученикам, учителям успехов в этом учебном году, достижения новых целей. А наша съемочная группа желает школьникам радостных встреч с одноклассниками, веселых перемен после уроков и любви к огромному и интересному миру знаний. Роберт Граф, Шалкар Алтынбеков, 5 канал.